Пожар в этом комплексе «Супора» начался около 2 часов ночи. В это время ресторан уже не работал. Пожарные расчеты, коих понадобилось 6, вызвали охранники. Как сообщают представители «Супоры», огонь охватил 500 квадратов территории. МЧС называют цифру в 2 раза больше – 1000 квадратных метров. Пожар у нас начался, как вы видите, это старая кухня и новая строящая кухня. Пожар начался в районе 2 часов ночи. И предварительная причина – это возгорание внутри самой кухни. Пострадавших нет. В это время на кухне никого уже не было. Сгорела также юрта администрации. Сама она построена из глины, но крыша ее украшена камышом. Он-то и стал легкой добычей для пламени. Еще сгорел бар вместе с дорогими напитками и мебелью. Завалы разобрать еще не успели. Бар остался в том виде, в котором его оставили пожарные. Пока одни устраняют последствия жаркой ночи, другие готовятся к приходу посетителей. Как сейчас работает этот комплекс «Супора»? В каком режиме? Этот комплекс «Супора» работает в обычном режиме. Как всегда, с 11 утра мы встречаем наших гостей. Все банкеты, которые были на сегодня забронированы и заказаны, проведутся также. Самый ранний банкет у нас начинается в 12 часов. Слава богу, все объекты наши сохранены. Единственное, вот новый объект чуть-чуть захватил огонь, вот, а остальное все у нас работает. Вот здесь у нас кухня, есть вторая у нас кухня, вот, и... Эта кухня сможет, да, обеспечить нужды всех вот посетителей? Да, эта кухня сможет обеспечить. Мы постараемся на 100%, чтобы качество все было так же, как и прежде. Причины пожара неизвестны, но на данный момент МЧС опровергает версию поджога. Камила Валиева, Камильжбек Мамытов, телеканал «Апрель».